Можно я сниму, да, ребята? Ну, просто, нас, ну вас-то ладно. Все молодцы огромные. Всем низкий поклон ребятам, те, кто сам не сговаривались, без всяких постов и так далее, выставились, чтобы сдать кровь. Телефон выключен, связи с ними нет, где их искать не знаю, никто им информации не дает. Надеюсь, что все в порядке. Скорые тоже звонили, скорые, больницы ближайшие, у меня знакомые друзья занимаются, звонят, никакой информации не дают, говорят, ждите телефон горячей линии. Назначена и проводится баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Это автоматическое оружие и боеприпасы. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления, которые были задержаны спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Работала, да? Так точно.